Мы получили уже итоговую версию проекта со сметной документацией, со всеми расчетами. Следует отметить, что в проекте учтены все наши пожелания, которые мы обсуждали на общественных слушаниях, на предварительном согласовании проекта. Следует отметить, что Натаргей его выставит в начале следующего года. В проект будут включены это малые архитектурные формы, связанные с тематикой трикотажной фабрики, которая находилась здесь рядом. Также будут переплетены идеи школы искусств рядом, ну, художественная школа, которая находится у нас непосредственно на самой аллее. Напомним, благоустройство участка от улицы Московская до Горького стало возможным благодаря участию в программе формирования комфортной городской среды. На эти цели будет выделено порядка 24 миллионов рублей. Благоустройство начнется в следующем году.